Идем далее. Жители Омской области в поисках работы продолжают уезжать из региона. Только за один месяц, май, население уменьшилось на 1000 человек. Сегодня эта информация поделился Омскстат. Но еще внушительнее статистика за 2016 год. Оказывается, в прошлом году миграционная убыль была в 3,5 раза больше, чем в 2015. Амичи, по данным статистиков, все чаще уезжают в Тюменскую область, Краснодарский край, Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Новосибирскую область. А главная причина переезда – люди не находят желаемую и хорошо оплачиваемую работу.